На 20 шляп больше вязкополянские путешественники вернулись из автоэкспедиции по Алтаю. Напомню, коллекционеры Олег Уваров и Валерий Смолюк ездят по разным уголкам страны и привозят оттуда главные уборы для своего музея шляп. Например, эта поездка принесла 19 новых экспонатов. По словам коллекционеров, каждый из них по-особенному интересен. Например, беркучи – это уборы для соколиной охоты. Нам подарил его алтаец, который был на фестивале, где собираются очень много любителей соколиной охоты. И он на самом деле настоящий, он вот старинный. Здесь есть, ну, можно показывать про него и одевать его, так сказать. Есть все атрибуты, которые позволяют, так сказать, если птица садится на голову или на шею, так сказать, или на спину соколятника, то как бы она не травмирует этого человека.